Дороги Чувашии к зиме готовы. Такую оценку дали на еженедельном совещании правительства республики. В Чувашии 327 километров дорог федерального значения, 1500 регионального и около 10500 местного. Абсолютно за каждым участком дороги любой категории закреплен определенный подрядчик. С августа месяца проводилась плановая проверка подготовки подрядных организаций к зимнему сезону. И на 1 ноября уже полностью были проверены пескобазы. Наши подрядные организации заготовили на 100% на весь зимний сезон песчано-соляную смесь. К ямочному ремонту зимой дорожники тоже готовы. У подрядных организаций имеются запасы холодного асфальтобетона в количестве 100 тонн. Затем, как подрядные организации по всей республике будут выполнять свои обязанности, руководство региона сможет следить в режиме онлайн. Идет круглосуточное дежурство Центра управления движением, который находится в Чувашии-Пурдоре. Стоят на отдельных участках видеокамеры, которые в реальном режиме времени позволяют отследить, каким образом наши подрядчики приводят нашу дорожную сеть в нормативное состояние. Где какие подрядчики не выполняют свою работу, расторгайте договора, соответственно, заключенные, и торги по новой проводите и выполняйте. Если с автомобильными дорогами все более или менее понятно, то с тротуарами и дворовыми территориями не до конца. Убираться там попросту некому, отметил Алексей Ладыков. Вопрос остается в штатной численности комплектации дворников. Ежегодно этот вопрос стоит. У нас в повестке дня управляющие компании не могут полноценно обеспечить дворниками и своевременно убирая территорию. Сегодня около 70% от необходимого количества дворников задействовано. В связи с этим бывает так, что к 7-8 утра управляющие компании не справляются с поставленной задачей. Проблема у города не только во дворах, заметил Михаил Игнатьев, который сегодня утром прогулялся по Московской набережной. Касаясь теперь набережной, деньги вложили огромные. Почему вообще не очищаем там? До мужского монастыря там дорожники прочистили, а дальше ничего не очищено. Все будет очищено. Как дорожники сработают, покажут ближайшие снегопады. Их синоптики обещают уже в предстоящую среду. Ну а в теплое время года продолжится строительство и ремонт дорог. Из федерального бюджета Чувашия получит значительные средства. По государственной федеральной программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги» нам практически и по другим направлениям будут выделены около 24 миллиардов рублей. Ольга Пырочкина, Павел Рядков, Республика.